Ну что? Что, что? Макса нигде нет. Задерживается где-то. Нет, Андрей, это уже не задерживается, это уже опаздывает. И что? А ничего, пошли, если что, я роль его знаю. Аня! Здравствуйте. 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 Фух, доброе утро, девочки. Привет. Я не опоздала. Вы всегда раньше меня приходите. Аня, подготовь отчет. Мне к шефу идти надо. К какому шефу? Наш шеф? Уехал вчера на какую-то подозрительную конференцию. Почему это подозрительную? Ну, это же очевидно. Во-первых, какая конференция на Новый год, а во-вторых, он взял с собой крем от загара. А в-третьих... А ты-то про крем откуда знаешь? Мне Жанна сказала. Она же его секретарша. Она все про него знает. Так вот, ее на конференцию не взяли, и поэтому она теперь злая, как Цербер. Тебе надо с следователем работать, а не в бухгалтерии сидеть. Нет, я сплетни не собираю. Это факты, я не отдел кадров. Слушайте, а кто наши бумажки принимать-то будет? Ну, известно кто. Новый зам Скороходов. Его из главного офиса перевели. На повышение пошел. Я его пару раз видела, он второй раз меня чуть с ног не сбил. Так шмыгнул тенью. Ужас. Неплохо было бы ему простому люду показаться. Интересно, какой он? Такой же, как и все, Анечка. Все равно интересно посмотреть бы. Ничего интересного. Длинный, тощий и с носом с таким еще. И главное, еще ходит так важно, как павлин. Одергивает свои перышки и все время на часы смотрит. Наверное, они очень дорогие у него. Короче, ничего удивительного, что он не женат. Ты-то откуда знаешь, что он не женат? У нашей Юленьки везде свои люди, как в КГБ. Не, мне Марина сказала из отдела кадров. Она когда документы заполняла, она в паспорте посмотрела. Девочки, сколько раз вам говорить, что если у мужчины нет штампа в паспорте, то это еще не значит, что он свободен. Все равно он не в моем вкусе. Выпендрежник. Кстати, Жанка сказала, что он... Юля, у нас после вчерашних посиделок чашечки немытыми остались. Будьте любезны, сполосите, пожалуйста. Конечно. Конечно. Ой. Опа. Она неисправима. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Нет, мне кажется, она не на своем месте. Ей бы тамадой где-нибудь работать. А может, на радио. Здрасте. Здрасте. А кто это? Наш новый курьер, Юленька. Девочки, слушайте. А вы уже приготовили... меню для новогоднего стола.
Жанна, совещание проведу здесь. Мне нужны бумаги по проекту на следующий год. У вас 10 минут. Да, Егор. Привет, дружище. Привет. Слушай, помощь твоя нужна. Слушай, у меня до совещания 5 минут, поэтому, если не срочно... Можешь сегодня вечером подскочить в кафешку, где мы с Оксанкой познакомились? Погоди, ты чё шипишь? Говори громче. Да не могу я, Оксанка услышит. Егор, ты чё опять придумал? Да... Подожди. Короче, в кафе все расскажу. Угу, хорошо. Добрый день. Ну что, я рад начать собрание. В общем, парни, голову сломал, как сделать Оксане предложение. Вроде пришла одна мысль. Она с детства мечтала о принце на белом коне. Заявляю, коня я играть не буду. Да не надо коня играть. Жениха я беру на себя. Хорошо, ты жених. Да. Значит, тебе нужна свита. Да, в том-то и дело. Ну, в общем, я набросал тот текст предложения. Сам написал? Да. Нравится? Нет. Ну, вы что, серьезно? Без меня не справитесь. Макс, ты что, не по тексту? Я совершенно серьезно. У меня на работе завал. Мне эти спектакли терпеть не могу. Так, Макс, среди нас тоже нет ни заслуженных, ни народных. А, пока. Ну хорошо, пока. Пока. Так что надо помочь другу. Не сливайся, мы все в одной лодке. Ладно, давайте пробовать. Макс, у тебя вообще миссия особенная. Я с Оксанкой уже год живу. И, в общем-то, прятать от нее ничего не научился. Побудь сейфом, а. Да тут на 5 предложений хватит. Тише. На. Дружище, подержи у себя пару дней. Ну, выручай. Ладно, 2 дня. Где 2, там и 3. Герой. Спасибо. Так, я навстречу, скоро вернусь. Угу. Вечером созвонимся, решим насчет репетиции. Угу. Давай. Угу. Ну все, спасибо. Кольцо в конверте? Хлипкий сейф. Для других. У меня все надежно. Что за знаки? Магия? Какая магия? Егор. А это мне сестренка все конверты исписала. Намекает на подарок. Угу. Слушайте, у меня время. Мне нужно кое-куда заскочить. Кого подкинуть? Меня подбросишь? Эй, ребята, а как же репетиция, любовь моя? Я позвоню. Потом порепетируем. Слушай, а ты как едешь? Да через центр. О, отлично, мне туда же. Девушка, а не хотите ли куриные ножки? Удивляюсь я тебе, Аня, как ты все успеваешь? И работа, и дома маме помогаешь, еще и тренером подрабатываешь. Слушай, за весь день насидишься в офисе, на каток выходишь, не катаешься, а просто летаешь. А я так сегодня 2 часа полетала. У меня ноги от ушей болят. Как бы теперь газ с тормозом не перепутать. Коньки не забудь. Ой, спасибо тебе, Катюш. Ты не подруга, ты просто сказка. Спасибо, что ты подвезла. Если бы. Давай, беги. До завтра. Эти отчеты нужно сделать за 3 дня. Все. Я вам еще раз повторяю. Эти отчеты нужно сделать за 3... Полегче, Максим. Это я. И работать я умею. Сергей Трофимович, добрый день. Как конференция? Секундочку. Сергей Трофимович, ваш завтрак. Спасибо.
Сергей Трофимович? Ах, да, Максим. У меня буквально пара минут между совещаниями. Вот, решил позвонить, проверить. Как там годовые отчеты? Работаем. Ничего, ты опытный сотрудник. Справишься. А после праздников я лично тебе премию выпишу. Как говорится, хороший зам, надежный тыл. Да, кстати, вас тут из банка спрашивали. Так, слушай главное. В городе намечается проект «Ледовая сказка». А от нашей компании нужен человечек из руководящего корпуса. Так вот это будешь ты. Как я? Я же... Тренировки уже сегодня. Записывай, куда их кому подойти. Ледовый дворец. Там найдешь Николая Ивановича. Он в курсе. Записал? Да, но... Хорошо. Ну, вся надежда на тебя. Как же? Работает он. Всю ответственность на меня свалил. Как же все не вовремя. Работа, Егор. Тут еще каток этот. Сергей Трофимович просил поставить свою резолюцию. Терпите. Теперь вы начальник. Даже в кабинете вы сидите. Кресло удобное? Не беспокойтесь, Жанна. Я усижу. Да, кстати. А что случилось с этими отчетами по бухгалтерии? Их нужно переделать. 2 дня, не более. Как думаешь, кто мог повесить этот ящичек? Ну, раз висит, значит, шеф распорядился. Иначе и быть не может. Ну, ты скажешь. Сергей Трофимович такими мелочами не занимается. Значит, новенький. Такой он милый. Для писем Деду Морозу. Слушай, а может, напишем? Вдруг сбудется. Ну, а что просить будем? Хотя, может быть, прибавку? А я себе шубу попрошу. Норковую. Скорее бы Новый год. Так счастья хочется. Здрасте. Доброе утро. Счастье, говоришь? Ну да. Угу. Ну, чтобы вот муж хороший, дети воспитанные, родители здоровые, работа интересная, диета морковная. А как же любовь? А любовь, Анечка, морковь. Прежде всего, головой надо думать. Ну, не знаю. Ой, вот сидим мы тут, сидим. А принца все нет и нет. Слушай, ну где-то же они есть, эти настоящие принцы? Не знаю. Мне кажется, они либо не родились, либо их, знаешь, прям по спискам в детском саду разбирают. Ты ведь тоже ищешь своего принца? Нет, ну правда. А какой вот он вот принц? Ну вот которого ты ищешь? Ну такой, знаешь... Все понятно. Значит так, вот смотри, на тебе листок и напиши Деду Морозу письмо. Подробно только напиши. Ищу, мол, вот такого-то принца. Новый год же, чудеса. А вдруг тебе повезет и попадется тот самый, ну этот, с конем. Вот возьму и напишу. Давай. А когда он мне найдется, я сама себе завидовать буду. Слушай, вот было бы здорово, как в детстве. Вот ты что, Дедушке Морозу не пожелаешь? Тебе все родители покупают. Настоящую любовь не купишь. А на нашу с тобой, Ань, зарплату никакую не купишь. Ты меня слушаешь вообще или нет?
Иди сюда. Разбери здесь бумаги. Скороходов отчеты на переделку вернул. Да ладно. Ага. Похоже, на дом брать будем. Юля, завязывай с моими конфетами. Пора свои покупать. На тебя не напасешься. Иди лучше к Жанне, пока она не ушла. И поставь печати на эти документы. Хорошо. Еще одну. Человек. Красный ящичек фойе лифта. Спасибо. Тоже такой милый, да? Егор, совсем забыл. Для банка. Срочно. Еле успеваете, Максим Павлович. Привет, Жанночка. Проштампуй в нужных местах. Какая кофточка у тебя интересная. Где оторвала? В ЦУМе, Юлечка. В итальянском бутике. 500 баксов стоит. Я в дорогих бутиках одеваюсь. Хорошая кофта. Сергею Трофимовичу понравится. Только ты знаешь, мне кажется, что ты переплатила. Такую кофту на рынке можно 1000 за 2 купить. Ты знаешь, Юлечка, некоторые женщины всю жизнь на рынках одеваются. Дома сидят. Толстеют. А я, Юлечка, такая женщина, которая создана для любви. А, да ты что? Так это за тобой там очередь-то выстроилась? Вот это да! Ты можешь сколько угодно под ЦУМом ходить. Тебя все равно никто замуж не берет. Что? Да так, ничего. Сидишь в своей кофточке за 500 баксов и бесишься, что шеф ради тебя ни семью не бросает, ни баб своих. И знаешь еще что? Говорят, что новый зам на место Трофимыча навсегда придет. Так что останешься ты номером 12. У меня-то хоть какой номер останется, а у тебя вообще никакого. У меня? У меня, в отличие от тебя, натуральный третий. Так, Тренькова... Или как там тебе, Тренькова? Забирай свои бумажки и иди-ка ты в свою бухгалтерию. Поняла? Да. Хорошего тебе дня. Это что, Скороходов вместо моего Сереженьки будет? Что? Аккуратно. Ну, все. Так, все, молодцы, тренировка закончена. Пойдем теперь одеваться. Спасибо большое. До свидания. Все, дети, спасибо, молодцы. Хорошо поработали. Молодцы. А теперь вперед, переодеваться. Анюта. Да?
Помнишь, мы с тобой о новом проекте говорили? Ага. Сможешь задерживаться? Конечно, да, смогу. Ну вот и отлично. Тогда с тебя новичок. А вот, кстати, и он. Готово? Здрасте. Самое время показать, что вы можете. Здрасте. Прошу. Да, запрягаться тут придется по полной. Давай сел на коньках. Это понятно, это мы видим. Ладно, будете работать под руководством Ани по программе подготовительной группы. Работать вам, Максим, надо много. Так что не буду мешать. Аня! Максим, да, только учтите, Аня, я не сторонник этой идеи. Я тут своего шефа заменяю. А где вы работаете? В одной крупной компании. Но проблем с бумагами. Не справимся, раз закрупнят. А я в бухгалтерии. С детства хотела быть фигуристкой, но получила травму. Теперь вот детишкам помогаю. Мне нравится. Вижу. Но учтите, травму мне нежелательно. Не переживайте, Максим. Ну, поехали. Ой, спокойно, я держу. Алло, да. Алло, Макс, ты куда пропал? О. Слушай, прости, Кеш, не успел сегодня. Замотался нереально. Алло, Макс, слушай, давай мы к тебе приедем. Слушайте, ребят, вы там свое порепетируйте без меня, а я к вам на днях присоединюсь. Сливается. Макс, ты сачок. Слушайте, ребят, я, честно говоря, не подумал, когда согласился. У меня аврал на работе. Да еще в ледовом шоу запрягли. Ну, после тренировки болит абсолютно все. Даже сидеть больно. Слушай, мы бы с удовольствием посмотрели, как ты там... Так. Лунки на льду с собой делаешь. Дай. Но Егор... Да-да-да-дай. Макс, слушай, давай решай там свои проблемы, а потом к нам. Я как освобожусь, сразу вам перезвоню, хорошо? Все, бросил. Ну, у меня такое ощущение, что мы вообще вдвоем останемся. Да. Успеет он еще? Успеет? Чего у него тут одна строчка всего? Да, сестренка, надписи на конвертах видел, намеки понял. Ну и что бы ты хотела в подарок от Деда Мороза? Дай угадаю. А? Планшет. Крутой планшет. Хорошо, обязательно передам. Все, не отвлекай, это у меня работа здесь. Дорогой Дед Мороз, я, конечно, уже не маленькая. А? Хочу встретить самого лучшего парня, того самого принца на белом коне. Чё, Нюся? Кольцо. Егор меня убьет. Жанна! Максим Павлович? Кого у нас в компании зовут Нюся? А? А что? А, не знаю, уборщицу, может, какую-то... Ты что такая загадочная? Сидишь, ничего не делаешь. Ну, кто он?
признавайся. Так заметно, да? Да. Я вчера на катке с одним молодым человеком познакомилась. Катается ужасно. Ну, старается. Такой серьезный. Ты, главное, шанс свой не упусти. И выясни, женат он или нет. Это вообще неприлично. Прилично. Симпатичный? Да, очень. Все, бежать надо. Я от любопытства сейчас умру. Расскажешь мне потом, да? Прекрасная принцесса Оксана, если бы ты знала, как он долго тебя искал. Это какая-то ошибка. Да, Кеш, привет, дружище. В общем, вы мне с Андрюхой нужны вдвоем. Угу. Так, Юлии нет. Анна, ты принесла из дома отчет? Ага. Скороходов уже рвет и мечет. Жанна говорит, что он выбрасывает документы, даже не читая. Я принесла, но он еще не готов. Хорошо, тогда доделаешь дома, иначе мы не успеем. Но у меня вчера была тренировка, и сегодня тренировка. Анна, ты что? Анна, очнись! Какая у меня? Какая тренировка? Ты что, не понимаешь, что работа прежде всего? Все остальное после того, как мы сдадим годовой отчет. Угу. Но сейчас всем нелегко. Но ты же не хочешь... чтобы тебя уволили. Да, Максим? Анна, добрый вечер. Я сегодня потерял кучу времени, и мы не сможем потренироваться. Очень жаль. Но вы не переживайте, у меня тоже не получается сегодня, у меня много работы. Точно не обидитесь? Конечно, нет. Завтра подольше потренируемся. Хорошо. Тогда до завтра и хорошего вечера. До свидания. Анна, вы-то мне и нужны. Угу. Пойдемте со мной в кабинет. Угу. Вот. Угу. Нюсенька. Мам, ну я же не маленькая уже. Ну, о, хорошо. Спасибо. Анна, ты не засиживайся долго. Угу. Тебе надо больше отдыхать. Ты так с этими тренировками устаешь. Мам, перед Новым годом всегда так. Ой, какая же ты у меня красивая, а? Что ж за парни теперь пошли? Мам. Нет. Ты точно об лёд треснулся. Просто не помнишь, потому что треснулся. Я поражаюсь, как ты мог не уберечь кольцо. Давайте еще раз. Давайте. Букву Е поставил я. Так. Дед Мороз написал сестра. Это ее почерк, точно знаю. Так. Но что это за письмо и кто такая Нюся? Штампа нет. Значит, пределы компании конверт не покидал. Значит, кольцо тоже у кого-то из ваших. Ты в отделе кадров спрашивал? Говорят, нет такой. А может быть, Нюся какая-нибудь уборщица? Официально на пенсии, а все туда же все принца ищет. Нет, Егор тебя точно убьет. А женить мы его будем в тюрьме. Так, ребята, дайте я скажу. Давай, архитектор. Ну вот что мы точно знаем об этой Нюсе? Мы можем предположить, что Нюся не замужем. Вот. Вот. Значит, у нас есть только один выход. Вы точно справитесь? Слушай, ну, я, конечно, не Пикассо, но...
За время обучения в архитектурном кое-чему научился, и снежинки на окнах точно смогу нарисовать. А Кешка? А? Кешка у нас будет за общение с противоположным полом. Ладно, значит так. Если кто спрашивать будет, скажете, что по распоряжению директора. А после праздников о вас никто не вспомнит. Угу. Так, Кеша, а? Ты подарки для особо активных взял? Конечно, взял. Слушай, ладно, Мишура, остальное зачем? Ну ты даешь. А вдруг викторины какие-нибудь придется проводить, конкурсы? Конспирация, товарищи. Самое главное. Ладно. Давайте сначала вы, а то у нас чем любопытнее люди, тем ближе к окнам. Значит, говоришь, женский коллектив. О, Кешка, пахать тебе не перепахать. Ну чё, пошли? Пошли. Максим Павлович, не подскажете, сколько время? Да, идите вы. Ладно, сначала в отдел кадров и по кабинетам. Угу. Директорат не ходите, там Нюс точно нет. Угу. Есть. Окей, сэр. Аня, я тебя не узнаю, чтобы ты и так напутала, да тут половины листов нет. Нет, его нужно переделать. Возьмешь опять домой. Ты понимаешь, что за это могут уволить. Причем не только. Знаешь ли тебя? Где? Да я делала это. Может, ты дома оставила? Слушай, у меня даже где-то это... Аня? Это что такое? С бриллиантами? Ух ты! Аня, откуда у тебя кольцо? Да я не знаю, я написала письмо Деду Морозу, как ты мне говорила, и... Ха, детский сад какой-то, честное слово. Я знаю, что это глупо, но я хотела его выкинуть, конверт, а там кольцо. Класс! Знаете, девочки, оно ведь как-то должно было попасть в этот конверт. Не знаю. Юля! Это что, твои штучки? А да? Я тут при чем? Вы видите, кольцо настоящее. Дорогое, похоже. В таком случае, его, наверное, кто-то ищет. Ведь у кольца должен быть хозяин. Ну, наверняка кто-то ищет, но... В письме еще есть сценарий, как сделать предложение, поэтому... Как это романтично. Подожди, может, это тебе кто-то хочет сделать предложение? Какой-нибудь скромный человек? Нет. Там речь идет о какой-то Оксане. Угу. Жалко. Странная история. Девочки, это, наверное, какая-то шутка. Ага, очень дорогая шутка. Ну, или путаница. Или волшебство. Что? Ну, я не знаю, как его вернуть. Я же не могу написать объявление. Ищу владельца кольца. Ну, так, может, и не надо никого искать, а? Юлечка. Так, девочки, ну вот даже если кто-нибудь придет по объявлению, как мы узнаем, что это именно его? Кольцо. Элементарно. Не надо писать никакого объявления. Вон, повесь себе кольцо на цепочку, только так, чтобы видно было. Хозяин найдется. Да? Да. Какая же все-таки Тринькова молодец. Так, работаем. Работаем. Возьми. Отчет нужно переделать. Угу. О, прекрасная принцесса Оксана. Если бы ты знала. Я всю жизнь хотела быть Оксаной. Да я сама слышала, что нового зама хотят. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Служба оформления помещений. Да. Мы сейчас будем приближать кабинет отдела кадров по красоте к его обитателям. Как мило. Вы не волнуйтесь, мы по распоряжению дирекции. Да, чтобы доказать, что мы серьезная компания, проведем небольшую викторину. Но участвуют только незамужние девушки. Ну, я в разводе. Прекрасно. Спасибо. До свидания. Звоните в любое время. Все, можно все, и ночью. Все.
Только время зря потеряли. Ну почему зря? Может быть, это моя будущая жена? Коробку на. Ладно, обломщик. Куда наша партизанская тачанка едет дальше? В транспортный. Логично. Погоди, Андрюх. А это бухгалтерия или что? Так я-то откуда знаю? Не стена, а вот дверь. Да понятно. Пойдем посмотрим. Здравствуйте. Украшение кабинетов. Здрасте. Да, распоряжение директора. Ой, а окна отмывать придется, да? Зачем так обижать художника? А вы, простите, кто? Я? Да. А архитектор? Ой, а как же вам удалось получить такую хорошую работу? А он письмо Деду Морозу написал. Ну да. У нас одна тоже написала. Что, простите? Ничего, ничего, это я с отчетами разговариваю. А вот это у вас подарки? Да, призы. А для новогодней викторины. Но учтите, участвуют только незамужние. А мы с Ольгой Геннадьевной как раз незамужние. Ой, Юлечка. Прекрасно. Тогда давайте вспомним, как вас называли в детстве. Меня Юла. О, Юла. Вычеркиваем. Что? Макс! О, привет. Привет. Ну что, нашли что-нибудь? Ничего. Слушай, все обошли, все впустую. Весь офис опросили. Думали, может, кто раскается, хочет выговориться. Да. Бесполезно. Конфетку хочешь? Да нет. Да, Максим. Алло, Аня. Я по поводу тренировки на сегодня. Все в силе? Смотри, какая девушка. Да, конечно, Максим, как и договаривались. Ну хорошо, тогда сегодня на катке. До встречи, да? Ага. Максу бы такую. Макс! Да, Максим. Максим? Ох, не о том думаешь, Аня. Да, Ольга Геннадьевна. В общем, давайте прикинем, как найти кольцо. Уж лучше бы ты, Аня, с детьми занималась. А еще лучше со своими. Ну что, молодцы. Видно, что Анька за вас взялась. Вы сегодня большой молодец. Только очень грустный почему-то. А давайте на ты. Давайте. То есть давай. Может, в спортбар? А может, лучше погуляем немного? Погода хорошая. Можно? Давно я так не прогуливался, без суеты. Я отвлекаю тебя от дел? Да нет, что ты. С тобой хорошо, будто тысячу лет знакомы. Так и знала, что софиты меня не молодят. Да перестань. Да у меня тут дело такое. Я друга подвел, лучшего. Не специально так получилось. Он мне кое-что отдал на хранение, а я потерял. Вещь важная, дорогая. Не знаю, что делать. А купить такую же нельзя? Вот я пень. Конечно, можно. Аню, ты мое спасение. Спасибо тебе большое. Ой, извини. Аккуратней. Опять меня спасла.
Алло, Кеш. Опять дрыхнешь? Кажется, я решил проблему. Нашел такое же кольцо в ювелирке, тут рядом. Завтра с утра первым делом туда куплю и все. До связи. Спокойной ночи, Анюта. Валюсь с ног. И тебе приятных снов. Вались аккуратнее. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вам помочь? Да, будьте добры, пожалуйста, кольцо вот золотое с бриллиантом. Да, конечно. У вас хороший вкус. Да. А что? Символично, да. Мужчина, женщина, дети. Да, знаете, у нас сейчас новогодние скидки, и поэтому цена немного понизилась. Понизилась? Да. Это хорошо. А скажите, картой можно у вас расплатиться? К сожалению, терминал сегодня не работает. А банкомат у вас где-то есть поблизости? В соседнем здании. Угу. Ты че? Что за... Алло, Кеш, да, все в порядке. Кольцо уже почти у меня. Будьте добры, кольцо золотое с бриллиантом. А, извините, но... Вот только не говорите, что его уже купили. Постойте, я сегодня пришел к вам к самому открытию с утра, и вы должны были меня запомнить. Извините, мы запоминаем только постоянных клиентов. Вы не хотите оформить Стойте. Карту? Вот это... Эти двое купили, которые только что вышли? Простите, политика нашей компании Кеш, не позволяет... Балбес. Я перезвоню. Эй! Стой! Искать все же мне нужнее. Ой, простите. У меня просто глаза слипаются. До самого утра этим отчетом занималась. Ну, вроде все правильно, да? Пока да. Ну, если Ольга Геннадьевна не нашла ошибок. Анька, колись. Видела вчера на катке своего? Видела. Все, можешь не продолжать.
Да у него там какие-то проблемы. Ну, не на работе, а... Аня, у кого сейчас на работе нет проблем? У тех, кто вовремя отчеты сдает. Аня первый раз ошиблась. Что вы на нее взъелись? Так это странно все это. А начальство у нас, девочки, такое, что первый раз он и последним бывает. Ладно, пойду отдам отчет Жанне. Давай подробности. В общем, на самом деле мы с ним шли. Жанночка, вредная у вас работа. Так и сколиоз недолго получить. Да, Андрюх, на работе. Да у меня тут полная... Да, именно она. Ладно, я перезвоню. Жан, погодите. Отчет. Кто? Кто это заполнял? Бухгалтерия. Нет, конкретно кто? Ну, там же написано. Сёмина. Значит так, Жанна, если вы еще раз дадите мне непроверенный отчет без половины листов, вы будете искать работу на пару с этой Сёминой. Что? Да Сергей Трофимович... Хватит! Пока это Сергей Трофимович мотается по командировкам, я ваш непосредственный начальник, так что выбирайте. Приказ на увольнение. Ее или вас? Ее. Вот и отлично. Жду приказ. И не беспокойте меня по пустякам больше. Все. Спасибо большое, Юль, спасибо. Ой, а можно я конфетку возьму, а? А то я весь день ничего не ела. Бери. Алло? Тренькова, это Жанна. Передай Семине, что она уволена с сегодняшнего дня. Анечка, похоже, Скороходов тебя уволил. Так и знала. Ольга Геннадьевна, ну как же так? Ну... Да за что? Я две ночи не спала, я все сделала. А нашим начальникам, девочки, все равно. Они наворотят, а мы потом расхлебывай. Говорила я тебе, Ань. Все они одинаковые. Ань. Господи. Ань, подожди. Сегодня пораньше уйду. Аню, ты все? А, Кать, привет. Садись, подвезу. Да нет, спасибо, я лучше пройдусь. Созвонимся. Ну ладно.
Но если не считать ужасного настроения, то я, в принципе, готов. Я тоже готова. Коньки, правда, жмут. Свои забыл на работе. Разминаемся. Ань, ты чего? У тебя случилось чего? Меня уволили. Просто так, ни за что. Давно надо было бросить этот каток. Ань, ты чего? Да перестань. Если бы не ты, я бы так никогда не научился. Послушай, если ты и в бухгалтерии так же хорошо работаешь, то твой шеф просто идиот. Да, идиот. Только он на конференцию уехал. Это все зам его. Просто изверг какой-то. К людям как к отбросам относится. Даже лично не появился, чтобы меня уволить. Каких нам только листов не хватает. Да успокойся. Давай так, скажи мне, где ты работаешь, я, может, подключу свои связи и смогу чем-то помочь. М? Ну, как зам-то зовут? Скороходов Максим Павлович, по-моему. Что? Сёмина? Да. Скороходов Максим, это я. Анют, там столько всего навалилось. Ну да. Анют. Не надо меня. Ну прости, но я даже... За что просто? Анют. Не только Ань, меня. Извини, но постой. Подожди, пожалуйста. Ну, кольцо. Почему я? Это же кольцо. Ань! Аня! Ань! Опять он, что ли? Ой, все никак не угомонится. Слушай, Анют, ну не стоит он тебя, еще тысячу таких найдешь. Угу. Это ж надо. Взял да уволил. Анют, у тебя завтра тренировки нет, на работу не надо. Поехали ко мне за город, отдохнем. Да это кошмар какой-то, дай сюда. Слышь ты, олень сказочный, еще хоть раз и... Ой, ой, извините. Алло, мам. Нюся, что-то случилось? Да нет, мам, ничего не случилось. Ну как ничего? Я же по голосу слышу, что-то случилось. На работе проблемы? Не беспокойся, все хорошо. Я только сегодня вечером не приду, я у Кати останусь ночевать. Нюся, ты мне точно не врешь? Да все хорошо. Просто расплакалась, как девчонка. Я тебе потом позвоню, все расскажу. Погоди, а что за Катя такая? Аня, только бы успеть.
С Ю. Сёмина. Вам кого, молодой человек? Мне Нюсю, Сёмину. То есть Анну Сёмину. Ага. А вы кто? Зачем она вам? Вы меня простите, что я вот так вторгаюсь. Я приехал извиниться и за кольцом. У Ани кольцо мое, то есть не мое, а друга. Он дал его сначала мне, потом я уже Ане, не я его подарил, а это друг. Нет. Послушайте, молодой человек, вы меня запутали. Ани нету дома. Я ее сегодня вообще не видела. А где же она? Вы знаете, Аня уехала к подруге. Зовут вроде бы Катя, но я ее ни разу не видела. А когда она вернется? Я не знаю. Как вас зовут? Максим. Максим, уже поздно. Идите домой. Готовьтесь к празднику. Постойте. Ну, как тебе? Очень красиво. Я и не знала, что у тебя такой дом за городом. Это дом дедушки. Тут и склад, и мастерская. Он фабрику игрушек хотел открыть, но как-то не сложилось. Вот, стоят теперь, пылятся. Раздариваем потихонечку. Спасибо. Спасибо, Катюш. Ты чай-то пей, а то дом не скоро отогреется. Знаешь, Кать, ты права. Нужно быстрее забывать и эту бухгалтерию, этого Максима. Скороходова, то есть. Видно, правда? В наше время чудес не бывает. А что, тебе так нужно чудо? Знаешь, я просто с самого детства... Кольцо. Какое кольцо? Кольцо, которое Максим искал. Вот оно, кольцо Максима. Спасибо. Это не его кольцо, это его друга. Друг предложение собирался сделать. Давай вернемся в город завтра. Вернемся, но только вечером. Девушка, будьте добры, повторите. Ой, простите, я не хотела, я уберу сейчас. Да. Пожалуй, достаточно. Yeah.
О, это же наш Максим Павлович в сугробе лежит. Да чего только работы под Новый год не доводит. Пойдем поможем? Да ты что? Неудобно как-то, начальник все-таки. Неудобно? Это он в снегу валяется, это ему должно быть неудобно. Давай, помогай. О, девочки, ну я же знаю. Угу. Вы на каток не ходите? Вы наш начальник. Мы работаем в отделе кадров. А, видел, Максим знаю. Павлович, вам нужно встать на ноги, иначе вы простудитесь. Да не переживайте, мне уже все равно. Максим Павлович, я Сергея Трофимовича знаю. Без вас нас всех поувольняют. Вашего Сергея Трофимовича нужно самого уволить. Подводят своих же людей. Нет. Зачем меня? Вы так от расстройства говорите. А я вообще, может быть, первый раз то думаю, то и говорю. Свинья, павлин напыщенный. Подвел лучшего друга. Ужас. Это все наш генеральный? Кто? А, не, это я. Обидел невинную девушку. Не вас. Семину. Максим Павлович, там ваша машина на обочине. Давайте мы вас до дома довезем. Угу. Не. Максим Павлович, вы выпили. Так и до беды недалеко. А мы останемся без начальства. Ну и так в беду попал. Ну как вы там? А хотите конфетку? Лучше бы жалование повысили. Не надо. У нас и так хорошая зарплата. Это у тебя хорошая. А мне бы не помешало. Так. А? Ну-ка. Жалование, говорите? Угу. Сейчас. По кругу дни снова. Повернуть нас. Алло, Сережа? Алло? Кто это? Жанночка, слушай. У нас в компании в отделе кадров работают две красавицы. Ну, ты и знаешь. Вот. А, значит так, завтра жду на стол приказ о повышении им зарплаты на... 20? Нет. На 50%. Спасибо. Это все? А, да. Забыл сказать. Как ты им повысишь зарплату, так я тебя, Жанна, сразу увольняю. Что? Да за что? За что? А за то, что... мусор из мусорной корзины забываешь выкидывать. Все поняла? Молодец. С наступающим. Сережа, Сережа, тут твой Скороходов, он... Я уже заказывала нам пить. Да какую? Сережа? Ну подожди, ну Сергей Трофимович, ну перестаньте, ну, ну какую? О, да здесь была битва великая. И, видимо, змей победил богатыря нашего, Максимушку. Живой еще? Ага. Защитник земли русского. На, пей. Мы тебя со вчерашнего дня ищем. Звоним, найти не можем. Ты чего дверь не запер? Хочешь, чтобы тебя обокрали? Меня так уже обокрали. Сердце украли. Да у тебя мозги, а не сердце украли. Не стучи, больно же. Ну да, выпил вчера. Первый раз в жизни, бывает. Выпил он. Кольцо где? Ты сказал, что кольцо нашел. Не. Оно у Ани. Аня у Кати. Катя вообще непонятно где. Все. На. Это твой костюм. Даем тебе 5. Ладно, 10 минут на сборы. Потом пулей летим в ближайший магазин, покупаем любое кольцо. Самое дорогое и самое красивое. И вечером у Егора встречаемся. Понял? А... да, и проветри тут. А то такое ощущение, что у тебя тут выпускной отмечали. Причем всей школой сразу.
Нельзя было на машине? Тебе проблем мало. После вчерашнего лучше пешком. Вот ювелирка нормальная. Пошли. Нормально. Это вы там еще не были. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А есть ли у вас колечко вот с таким бриллиантом 16 размера? Да, такое есть. Осталось последнее, как раз 16 размера, пожалуйста. Прекрасно, то, что надо. Мы заплатим за него любые деньги. Я правильно говорю? Правильно, правильно. Оформляйте кольцо, пожалуйста. Ну и прекрасно. Если не хватит, мы доплатим. Хорошо. Ну что, кольцо есть, костюмы есть, готовы на площадь ехать? Эй, Макс! А, не готовы. Мне на работу надо. Что началось-то опять? Ты что, хочешь Егора подвезти? Нет, ну понимаешь, просто там вопрос жизни и смерти. А, приезжайте на площадь, там все расскажу и покажу. За Егора не переживайте, я успею. Ладно, может и не опоздай. Поехали. Давайте. Все, пока. Ну что, Анька, поехали куда-нибудь, пока пробок нет. Может, на елку? У меня и костюм с собой есть. Да нет, тут неохота. Люди к празднику готовятся, а у меня вообще настроения нет. Давай лучше домой. Опять Максим твой? Он не мой. Ну читай! Ну пожалуйста! Ольга Геннадьевна, добрый вечер. Это Скороходов. Прошу прощения, что отвлекаю вас. Могли бы вы задержаться на работе? Да, скоро приеду. Спасибо. Будь на площади к 6 часам вечера. Я тебя там обязательно найду. Я такой дурак. Максим. Да не такой уж он и дурак твой, Максим. Поехали! Об увольнении в связи с невыполнением должностных обязанностей. Ой, дурак. Ну что? Что? Макса нигде нет. Задерживается где-то. Нет, Андрей, это уже не задерживается, это уже опаздывает. И что? А ничего, пошли, если что, я роль его знаю.
все, прибыли. Что, долго еще? Минут 20 провозимся. Не, так долго ждать не могу. В порядке? Аня, Ань, скажи что-нибудь. Я ж говорю, там ямка была, вон там. Здесь есть врач? Я врач. Я педиатр, но я могу осмотреть. Кольцо твое, то есть ваше. Где оно? Да неважно. Я хотел сказать, Макс! Что я... Макс! Вот он! Макс! Ты не торопится! Макс, что у тебя тут происходит, а? Мы тебя повсюду ищем, а ты тут в супергерой играешь. Здравствуйте, девушка. Макс, давай, торопись. Время поджимает, а ты без костюма. Пойдем, погнали, блядь. Погнали. Девушка тебя потом поблагодарит. Правда, девушка? Правда, все, пойдем. Егор сейчас приедет. Давай, погнали, Макс, погнали. Давай, тебе переодеваться, Макс. Пора. Знакомьтесь, это Аня. Аня? Та самая Аня. Максим, так ты нашел кольцо Егора. Давай его скорее сюда, давай, ну же. Макс. Тихо. Кто-то звонит. Так кто там тебе звонит? Кто звонит? Егор! Егор! Так, кто? Кто расслёбывает теперь? Откуда я знаю, кто сам расслёбывает? Кеш, ты! А что сразу я? Ворона, я не могу! Конечно, чуть сразу, что так сразу косой? А ты раскосый, да? Конечно! Привет! Привет! Алло, привет! Эй, привет, да! О, привет! Привет! Кто там? Где все? Да вот, здесь! Я вас вижу, ребят! Подождите, мы не придем сегодня! Как не придете? Вы чего? Почему не придете? Мы что, костюмы зря одели? Предложение перформан отменяется, короче говоря. Почему? Мы были на УЗИ. Я беременна, ребят! О, беременна! Ксюха беременна! Егор молодец! Ксюха беременна! Кто молодец? Егор молодец! Кто молодец? Ксюха! Кольцо не надо. Что? Ну, то есть надо, но потом. А, договоримся. Да, конечно, договоримся. Все, до встречи. Да, пока. Давай. Макс, кольцо. Кольцо давай. Кольцо. А то сейф из тебя не очень вышел. Ага. Так, ну а второе? Не знаю. Наверное, где-то в надежных руках. Парни, вы же не зря репетировали. Издеваешься, что ли? Это то самое кольцо. Тихо! А! Давай, я все понял! Ты прекрасная Нюта, ты светишь ярче, чем луна! И в эту самую минуту хотим сказать тебе ура! Нюся, выходи за меня. Да, 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 да. Осторожно, осторожно! Часа по кругу дни, снова и не повернуть назад. Как чудо ты ждешь тепла простого и ловишь огонь в глаза. Найдется ли тот, кто сможет все?
Ольга Геннадьевна, там к вам. Случится однажды часа, утром сорвется с небес звезда. Откроется сердце твое кому-то таким простым словом дам. И все, что ты ждал, теперь в твоих руках. Может быть, нам свое счастье по свету искать. Время чудес обещает нам встречу. Сбудется все, ты успеешь.